Депутаты окружного парламента намерены выйти с законодательной инициативой в Госдуму с изменениями в бюджетный кодекс России. Законопроект предлагает установить возможность предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам за счет средств бюджетов субъектов в местностях с ограниченным сроком завоза грузов. Этот законопроект разработан в целях обеспечения жизнедеятельности населения России, проживающего в условиях Крайнего Севера. На сегодняшний день населенные пункты округа в основном находятся в труднодоступных местах, поэтому необходимо делать соответствующие запасы. Проблема еще и в том, что предпринимателям в связи с новой экономической ситуацией в стране собственных оборотных средств недостаточно. И для того, чтобы обеспечить наше население необходимыми продовольственными товарами, предлагается внести в статью 93 Бюджетного кодекса Российской Федерации, внести дополнение в статью 93 Бюджетного кодекса и дополнить словами в соответствии субъекта Российской Федерации топлива, которое уже предусмотрено, дополнить продовольственные товары и товары первой необходимости по перечню, установленному высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Возможность предоставления бюджетных кредитов позволит обеспечить население в отдаленных и труднодоступных местах жизненно необходимыми товарами, при этом не допуская значительного роста цен. Председатель окружного ЗАГС Собрания поручил экспертно-правовому управлению доработать проект постановления и рекомендовал комитету принять его на рассмотрение в ближайшую сессию в доработанном виде.